дерева затоплены, потому что большой уровень воды ГЭС скинул. Со временем она уйдет, и вода будет дальше, чем деревья. Здоров, тут песок. 21 мая, вторник. Пирожку с картошкой. Пирожок с картошкой, с капустой. И котлеточка. Запивочная. Барбарис. Нахожусь на территории какой-то турбазы. В Слободе. В Красном. Давай котлеточку. Масочка тоже есть, но не буду выливать. В этот раз ее съем. Видите? Масочка. Кстати. Купил в магазине. Она не хрустит. Цена котлеточки 60 рубасов. Ехал. Ну, течет. Ехал по объездной дороге. Ну, там, где всегда, на свое любимое место, а по объездной. Там улица Кольцевая, по-моему, называется. Магаз увидел, говорю, надо фастфудизации взять себе. А то сейчас буду ходить, бродить. Приезжаю сюда погулять. Ну, это как в компьютерной игре, знаете, кто играл? Какой-нибудь бродилки. Идешь и не знаешь, и тебе открываются новые эти какие-нибудь. Потому что там уже ничего не интересно в городе. Вот в какие-нибудь такие заезжаю. Особенно нравится, где брошенное что-то. Ну, как брошенное. Раньше был когда-нибудь турбаза при Советском Союзе, да, там пионерлагерь. А сейчас ничего нет. Только вот сейчас только оттуда. Два пенсионера меня арестовали. У них 5 собак. Ты откуда? Я говорю, с Волги зашел. Тут, короче, бродил, ушел 3 километра. А здесь турбаза на турбазе, турбазы погоняет. Понял? То есть вот, как вот на Черном море есть пионерлагерь, следующий пионерлагерь, отель, пионерлагерь, и вот так же тут. Тут место такое, одни турбазы. И какие-то из них брошены. Не то, что брошены, короче, обанкрочены и стоят без дела. И вот я зашел на одну такую. С пюре. С картошкой. Говорит, ты что, диверсант? Не, серьезно, на полном серьезе. Ты что, диверсант? С буквы У, которая. Вот так вот бывает. Предъяви документы. У меня с собой водительское удостоверение есть. Я сейчас, говорит, полицию вызову. Говорю, сам предъяви. Показывает какой-то глава поселения. Какого поселения? Ну, какого здесь? Какое-то поселение. Еще какой-то ветеран каких-то боевых этих участников какой-то. Короче, дубы такие, у сорока. Наверху сорока сидит.
Короче, вышел я с той территории. Мне просто интересно, вот такие всякие места заброшенные, понял? Не то, что я там поживиться чем-то хочу, нет. Просто вот заходишь, и ты понимаешь, что здесь когда-то люди были, там, в 70-е годы, 80-е. Я сам в пионерлагерь ездил в первом классе. 1986-87 год. Два года подряд я ездил в пионерлагерь «Огонек». Вот какие-то воспоминания. Пенсионерам и пенсии, им вообще это не понять. Что у меня просто воспоминания какие-то, хожу-брожу. Через одного, кажется, какие-то эти диверсанты. В общем, получил кучу удовольствия. Серьезно, люблю бродить именно по новым местам. Вот тут даже вагончики вот эти турбазные, такие прям 80-х годов видно. У меня детство, я вспоминаю, сам на турбазе провел. Турбаза островная, остров. По-моему, голодный называется. Или по-другому. Так вот, все детство там провел. Там были тоже такие вагончики стояли. Только там вообще вагончики стояли. С капусточкой. Смотрите. Погода клевая вообще. Я, может, как-нибудь сюда приеду на эту турбазу там на сутки. Пиво попить, покупаться. Тут просто куча турбаз. Выбрать надо. В общем, провел очень хорошо время. Мне понравилось. Пирожки вкусные, солнышко, погода топ. Сейчас домой поеду. Птички поют, тут дубы. Да, вот это дубы. До свидания.